Каждый год компания Oriflame собирает успешных партнеров на банкет директоров. В этот раз Oriflame наградит самых лучших в самом сердце Москвы в гостином дворе. Каждый год вам удается собрать банкет директоров Oriflame. Каждый раз это мероприятие чем-то удивляет. Как вам это удается? Конечно, во-первых, у нас всегда работают очень творческие люди. Для нас это очень важный вечер. Мы сегодня будем награждать самых успешных бизнес-партнеров компании Oriflame здесь. А какие впечатления от банкета директоров? Это просто восхитительно. Я могу действительно утверждать с полной уверенностью, что компания Oriflame проводит свои банкеты на высшем уровне. Потрясающее мероприятие, на котором собирают самые успешные люди, самые красивые люди. Как молодые люди могут реализовать себя в современном мире? Новое поколение, которое у нас есть, они не как мы, да? Они хотят быть более свободными, независимыми, они хотят работать для себя. И поэтому предпринимательство очень важно для них. У нас есть одно офигенное преимущество в том, что здесь нет начальника, ребята. Огромное преимущество то, что я сама распределяю свое время, сама езжу, куда мне удобно, когда мне удобно. Самое главное для меня – это свобода. У меня весь мир перед моими ногами. Я с Oriflame объездила больше 40 стран мира. Oriflame – это огромное, это лучшая, я считаю, школа жизни. Это возможность работать не на начальника, а когда ты захочешь, сколько захочешь. Возможность зарабатывать столько, сколько именно ты хочешь. Какие три главных качества, которыми должен обладать партнер Oriflame? Целеустремленность, это первый, конечно. Активная жизненная позиция все-таки. Человек должен быть активным. И третий качество, который, я считаю, может быть самый важный, это вера в себя. О чем вы мечтаете? Покорить весь мир. Я хочу помогать всем людям. Мне нравится дарить добро людям и делать их красивыми. Расскажите поподробнее о золотой конференции в 2014 году. Это просто великолепное мероприятие. Мы каждый год отправляемся куда-нибудь по Европе. А в следующем году, в 2014 году, у нас будет свой лайнер, наш лайнер мечты. И более чем 3000 человек из Oriflame будет проводить очень хорошее веселое время. Ты молод? У тебя есть мечты и стремления? Добро пожаловать в Oriflame! Будьте в тренде! Будь в тренде! На пятнице!